В Новошахтинске отметили День семьи, любви и верности. Все события, посвященные этому прекрасному русскому празднику, были сосредоточены в Центральной библиотеке имени Горького. С 10 часов утра всех жителей города, проходивших по проспекту Ленина, приветствовали музыканты группы «Обратная связь». Семья – это мир, где царят любовь и преданность. Это радость и печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. Это крепость, за стенами которой царят счастье и любовь. Конечно же, о любви в это солнечное утро пели исполнители, подарив зрителям композиции «Небо в алмазах», «Ты моя нежность», «Не грусти», «Воспоминания о былой любви». А потом в зале библиотеки собрались супруги, прожившие в браке 15, 20, 25, 30, 35, 40 и даже 55 лет. И 8 июля каждая семья может считать своим праздником. Их семейные узы связаны так же крепко, как у Петра и Февронии. Искренне благожелаю всем нашим семьям стремиться к святости. Это главная цель и задача человека на земле. Стремиться к святости, стремиться к совершенству. И, дорогие жены-мироносицы, вас-то Господь Бог назвал жены-мироносицы, помните то, что вы предназначены, чтобы нести мир в этот мир. Есть такое хорошее значение – мир в сердце, Бог в душе. Вот я искренне благожелаю, чтобы так было во всех наших семьях. Гостям праздника адресовали свои песни прекрасные исполнительницы хора «Истоки» клуба поселка Горького. Поздравления от губернатора области Василия Голубева семьям вручала заведующая Новошахтинским ЗАГСом Ольга Степановна Дашкевич. Мне хотелось бы несколько фраз. Вы помните дату, когда вы познакомились со своей супругой? У каждой пары есть свои секреты, как сохранить добрые отношения в семье. А если не такой борщ, не той температуры или кислый нет, получился? Нет, у нас этого не бывает. Не бывает борща? Нет, не бывает. Ну, я же сыграю. Водка не бывает. А нет, борщ бывает. Нет, а что не такой борщ? Нет, такого не бывает. Дело в том, что мне крупно повезло. Он коренной сибиряк. Каждая семья счастлива по-своему. Но обязательное условие для долгой супружеской жизни – это взаимопонимание и любовь.